Всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать о моих лего-ниндзягах. Вот добрый, вот злый. Вот злых оружий, вот добрых оружий. Начинаем. Вот здесь такой генерал. Вот у него 4 руки, это очень прикольно. Это генерал злых, когда вот эти были, поколения вот этих. Это как люди, которые из камня. Ну, с камней вообще-то. Много их было. Вот. Лорд Гармадон. С первой серии, со второй серии. Ну, он очень много раз был. Лорд Гармадон. Это брат Сенсей Ву. Вот. Ниндроид. Это он с третьей серии. У него было войско ниндзей. Ну, черных. Ну, роботов. У него была армия роботов-ниндзя. Вот. Я рассказал, кто это уже. Этот человек с камня. Вот змея такая есть со второй серии. Вот. Слаг Джей. Ну, это новая серия вышла. Это как человек с змеей вместе. Это такой, как человек и змея. Два в одном. Вот есть такой скелет у меня. Вот такой прикольный. С шляпой такой. Вот. С первой серии. Вот змея такая. Я даже знаю, как ее зовут. Лаша. Она пыль в глаза, как говорят. Это. Подожди. Клюет. Вот, еще один такой человек-змея. Вот, бронированный такой. И вот Плютор. Плютор или Плютор? Ну, как-то его там на Плютор называется. Это змея. Вот, у этой змеи есть хвост. Не у всех есть хвост. Ну, как у вот этой змеи. У ней вообще нету хвоста. А вот это есть. Вот этот мне очень нравится. Это единственная моя змея с таким хвостом. Ну вот. А теперь про оружие. Вот здесь есть такие оружия. Такие зелено-желтые. С алмазом всегда. Вот. Здесь есть такой серебряный меч, но у меня их два. Три змеи. Как всегда, две белые, одна зеленая. Топор золотой. ТНТ. Ну, динамит тоже можно сказать. Взрывчатка. Да. Еще такой молоток есть. Блестящий. Есть. И такая вот какая-то непонятная штука. Вот, крутится. Тут у нас три копья. Два серых и одно золотое. Есть еще такое оружие. Тоже виляет вот так. Хвостом, как будто бы. Еще есть такая палка. Электрическая какая-то палка. Вот. Теперь к добрым. Синий ниндзя. Вот здесь. Здесь зеленый ниндзя. Кто видел видео одно, я его так мечтал, этого ниндзя. И, наконец, у меня он есть. Вот ниндзя воды. Вот белый ниндзя. Вот синий ниндзя опять. Вот красный ниндзя. А вот Сенсей Ву. С золотой шляпой, вот. Как будто бы нету ничего. Луна какая-то. Вот. Как всегда, он старый и не умирает никогда. Вот. Учитель и мастер. Вот теперь оружие. Вот есть таких. У меня есть два таких оружия. Это как ножики. Есть еще сюрикен. Три золотых катаны. Есть еще такая золотая палка. Такое длинное золотое копье.
И четыре опять же таких, но не золотых ножика. Опять три катаны на серебряных. И есть еще такое непонятное оружие, которое держать можно. Меч какой-то. Есть еще такие три палки, которые разъезжаются всегда. Ну вот, три палки. Есть еще одно копье такое черное. И одно копье еще серое. И коса. И еще арбалет. И не забыть, у меня есть такие еще типа жилеты, которые носят оружие. Можно одеть и посмотреть. Вот берем ниндзя воды. Одеваем ей вот такое. Ну, я ей сказал, потому что это девочка. Вот. Так. И у нее теперь катаны. Ну, вместе у меня серебряных катан 5 вообще-то. Вот. И 7 золотых. И, как всегда, у меня есть еще такое. Здесь тоже могут катаны помещаться. Вот. Сюда. Вот. И сюда. Вот. По-другому немного держится. Разницу видно. Ну все, я вам рассказал об моих новых лего-ниндзягах. Ну, увидимся в следующем видео. Всем пока!